Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Паша Музыка. С вами Паша Музыка. И вот я, вдохновленный этими волнами, этим морем, решил для вас сделать разбор песни «Владимирский Централ». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Для тех, кто впервые на моем канале, вкратце расскажу, как я делаю разбор произведений. Для начала просто играю песню, вот как она есть, а потом играю ее медленно по кусочкам, медленно и говорю название нот и показываю все на клавиатуре. Показываю на клавиатуре для того, чтобы баянисты могли посмотреть, какие ноты я извлекаю. А говорю для всех остальных музыкантов. Это могут быть и аккордеонисты, и ребята, которые играют на гармошке. Это могут быть и скрипачи, и пианисты. В общем, все музыканты. Ну, наверное, только барабанщики здесь будут исключением. Вот. Ноты я не пишу, потому что это занимает очень много времени. Это очень скрупулезный труд, который, честно говоря, я не люблю. Ноты я пишу только по заказу. Вот. Спасибо за понимание. Я надеюсь, вы меня поймете. Вот. Ну, в принципе, разбор сейчас я вам продемонстрирую. Так что приятного просмотра. Поехали. Итак, Михаил Круг, Владимирский Централ. Буду делать полный разбор этой песни со всеми нюансами, со вступлением, куплетом, припевом, проигрышем. Лучше бы сделал разбор, наверное, только сам Михаил Круг. Будем делать разбор в оригинальной тональности, в которой звучит эта песня. Си минор. Сразу скажу, что песня непростая. Имеет очень много аккордов, имеет очень много нестандартных ходов. Вот. Но я думаю, вы со всем этим справитесь, и эта песня принесет вам удовольствие. Thank you.
Обязательно ставь лайк этому видео. Не стесняйся писать в комментариях и подписывайся на канал. Здесь будет очень много интересного. Как я уже сказал ранее, песня написана в тональности си минор. Ну и помимо си минора, нужно будет знать следующие аккорды. Первый си минор. Ми минор. Фа диез мажор. Фа диез септаккорд. Также будут встречаться ля минор, си мажор или си септаккорд. Дальше ре мажор будет. Соль мажор также будет. В тональности си минор имеется два знака. Две черные клавиши. Это фа диез и до диез. При разборе этой песни я буду называть ноты. Но фа диез и до диез говорить не буду. Буду просто говорить фа и до. А вы имеете в виду, что это фа диез и до диез. Итак, вступление. Вступление начинается такое прозрачное, такое тихое. Играю и говорю ноты. Ре, ми, фа, си. До, ре, ми, ре. В конце фа можно сделать трельку. Фа соль. Что касается аккомпанемента в левой руке. Начинается с си минора. Соль мажор. Ми минор. Фа диез мажор. Соль мажор, ля мажор и ре мажор. И заканчиваем фа диез мажором. Трудная левая рука, я скажу я вам. Если вы не играете пятым, четвертым пальцем, то придется прыгать все двумя вот этими пальцами, вторым, третьим. Вот. Конечно, можно это сделать, но это лучше делать комбинация. Второй, третий палец и пятый, четвертый. Они всегда взаимосвязаны и вот действуют на таком расстоянии. Вверх, вниз. Вверх и верхняя середина. Вниз и нижняя середина. Вот так. Так. Далее у нас будет первый куплет. Ми, ми, ре, ре, до, до. Ре, 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 ми, фа, си. Ми, ми, ре, ре, до, до. Соль, фа, соль, я. Си, си, ля, соль, фа, ми. Фа диез мажор,
ля минор. Си септаккорд. Ми минор. Фа диез мажор. Си минор. Соль мажор. Ми минор. Фа диез мажор. И пришли к си минор. После этого куплета следует небольшой отыгрыш. Он будет играться в терцию. Я сейчас вам говорю верхнюю ноту. Фа, фа, соль, фа, ми, соль, фа, ре, ре, ми, ми, ре, до, ми, ре, фа, фа, соль, ми, ми, ля, соль. Вот, бас примерно такой же, как и в куплете, но последовательность другая. Си минор, ми минор, фа диез мажор и си. Ми минор, фа диез и си. Ми, ля мажор подключается, возвращается в си минор. Ми минор, фа диез мажор, и в си пришли. Далее следует второй куплет, который идентичен первому куплету, поэтому разбирать его мы сейчас не будем. Остался у нас припев, да? Когда мы сыграли второй куплет, настал припев, и он звучит так. Соль, ми, ре, до, си, до, до, си, до, си, до. Это подголосок, если что. Фа, ре, до, си, ля, диез, си, си, ля, си, ля, си. Си, 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 ля, соль, соль, фа. Тоже был подголосок. Фа, соль, ля, соль. Сыграем его в терцию. Си, си, ля, соль, фа, 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 фа. Фа диез и фа бикар. Фа, 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 соль, соль, фа, соль, фа, соль. Фа, 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 фа. Вот такой у нас припев получился. Вот. После чего опять можно играть проигрыш. Либо проигрыш другой, который более лиричен, более мелодичен и играется, по-моему, на гитаре в оригинале песни. Он звучит так. Ми, фа, соль, фа, ля, диез, до, ми, ре, до, ре, соль, ля, си, до, диез, ре, ми, соль, фа, фа, ди, фа, бикар, фа, си, ля, соль. Ре, до, фа, соль, фа, ми, до, ре, ми, фа, соль, ля, диез, до, диез, ля, диез, си. Нестандартный проигрыш, но очень красивый, замороченный немножко даже. Аккорды в левой. Ми минор. Фа диез. Си. Ми
минор, фа диез, ля минор, си мажор, ми минор, ми минор, фа диез, си минор, соль мажор, ми, фа диез. И, по-моему, я вам забыл сказать левую руку в припеве, поэтому сейчас скажу. Ми минор. Фа диез. Си минор. Соль мажор. Ми минор. Ля мажор или ля септаккорд. Ре мажор. Небольшая вставочка на ре мажоре и в соль мажор. Си септаккорд. Ля минор. Си септаккорд. Ми минор пришли. И закрепляемся в си миноре. До диез мажор. Ну что, друзья, вот такой вот разбор. Ставьте обязательно лайк, если вам понравился этот разбор. Также в комментариях пишите, что бы вы хотели еще, чтобы я разобрал на своем канале. На самый популярный комментарий я обязательно сделаю разбор. Также хочу напомнить, что я делаю индивидуальные разборы в кратчайшее время и ускоренном режиме. Заказать разбор индивидуальный вы можете по вот этому телефону. Пишите на WhatsApp. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.